Добрый день, мои дорогие зрители! Сегодня вспомнила рецепт из 90-х годов. Да и неудивительно это, согласитесь, наверное, со мной, глядя на то, что творится в мире. Итак, я решила сегодня приготовить очень вкусные, сочные котлеты из гречки. Готовятся такие котлеты очень легко и быстро. Я отварила 500 граммов, то есть полкилограмма гречки до полуготовности. И приготовила заранее зажарку. Значит, обжарила 4 лука в сливочном масле с добавлением подсолнечного масла. Добавила 3 штуки моркови, натертые на терке, несколько зубчиков чеснока. Ну и хочу сказать, что здесь количество не имеет значения, плюс-минус особого значения не имеет. Можете что-то добавить, что-то убавить по собственному вкусу. Значит, первым долгом в гречку отправляем яйца. Хорошо перемешаем рукой. Я добавила сюда 3 яйца, можно и больше. Можно использовать такой погружной блендер. Теперь добавляем зажарку нашу. И специи, молотые приправы. Значит, что у меня здесь? Цира, тмин. По-русски. Так, на глаз. Кинза. Кориандр молотый. Уцхосунели. Соль. Черный перец. Это все хорошо перемешаем. Я все хорошо перемешала. Теперь влажными руками формируем котлеты. Обваливаем панировочных сухарях, придаем форму, и обжариваем с двух сторон на подсолнечном масле.
Вот так обжариваем в подсолнечном масле. Крышкой накрывать не надо. Без крышечки. Итак, друзья, котлеты уже готовы. Думаю, рецепт вам пригодится и понравится. Подаем вместе со сметаной. Я в будущем еще сниму один рецепт наподобие этого рецепта. Итак, друзья, желаю вам мира и чтоб скоро эта проклятая война закончилась, чтоб скоро она прекратилась. Желаю счастья, здоровья, мирного неба над головой. Пока-пока, до скорой встречи, друзья!